Привет подписчикам, привет всем, кто попали на мой канал, смотрят мои ролики. Значит, сейчас у нас 10 марта, пора думать о каких-то саженцах. И, значит, я получил саженцы, доставленные по почте. Почему по почте? Потому что дешевле. Дешевле в 3 раза, чем где-то покупать там, ну, на каких-то раскладках, что продают саженцы деревьев, там, кустов, там, черешни, вишни, такое все. Значит, купил малину. И вот сейчас распечатал. Вот покажу вам. Значит, цена саженцев малины. Хорошая корневая система. Значит, продаются по 5 штук. Меньше 5 штук не продается. Значит, с питомника, с звенигородки. И цена, значит, ну, если на доллары перевести, то на доллар можно купить 3 саженца. А так, если где-то рядом у нас купить, тут где мы проживаем, то один этот саженец стоит, ну, почти доллар. Ну или даже доллар, и даже дороже. Так что смысл есть все-таки заказать по почте, хоть и за пересылку приходится платить. Но смысл есть, и тем более это с питомника. Там, где занимаются малиной, много у них разных сортов. И вот подписанные, кстати. Как-то Радзиева она, один сорт называется, а другой что-то гейм какой-то. Вот, вот такая ситуация. Будем дальше сажать малину. Подготовили уже лунки, удобрения, все дела. Ну, про это другое видео. Ну и можете следить, посмотрим, что дальше с той малиной будет. Там через полгода, через год или через 2 года. Все, спасибо всем за просмотр. У кого есть комментарии, пишите внизу под видео. На сегодня пока-пока и до новых встреч!